поселке Березовка в квартале Строитель от ножевого ранения погибла молодая женщина. По подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, полицейские задержали 33-летнего сожителя потерпевшей. В разговоре с патрульным нарядом Андрей отрицал причастность к смерти любимой. Но, как рассказал отчим задержанного, именно пасынок разбудил его среди ночи и сообщил о случившемся. Подошел, говорит, что хотели, то и добились. А дальше? И все. Ну вы хоть скорую ей вызвали? Конечно, я с соседем. Вот Ирка пошла. Задержанный попросил обратить внимание на свежую рассеченную рану на голове и порезы рук. Они могли свидетельствовать о противоборстве двух вооруженных людей. Однако подозреваемый тут же сообщил, что эти раны он нанес себе сам. Женщина погибла от ножевого ранения, нанесенного в область сердца. Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. На перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Пушкина у площади Ленина инкассаторская машина врезалась в седан и насмерть сбила пешехода. Женщина находилась не на проезжей части, а на тротуаре рядом с пешеходным переходом. По словам дамы, которая управляла Toyota Premio, она двигалась по Муравьева-Амурского мимо мединститута и собиралась с левым поворотом выехать на Пушкина. Для этого она дождалась, пока зеленый сигнал сменится на желтый. Навстречу машины остановились, я начала маневр поворачивая налево. В тот момент, когда я поворачивала, по первой полосе, соответственно, никого не было. Но когда я уже стала пересекать улицу, я увидела, что на большой скорости едет... С первого ряда, да? С правого, получается. С первого ряда едет инкассаторская машина. Автолюбительница предприняла попытку экстренно затормозить, но на скользкой дороге Toyota Premio продолжала катиться. Инкассаторы ехали по Муравьево-Амурского со стороны улицы Гайдара. Бронеавтомобиль после скользящего удара Toyota Premio вынесла за пределы проезжей части. 62-летняя пенсионерка не успела отпрянуть от налетевшего на нее фургона. Ударом женщину отбросила на рекламную конструкцию за чугунную ограду. Броневик ударился бортом о столб и снова выехал на проезжую часть.